43 ветерана улучшат жилищные условия. В следующем году на эти цели из федерального бюджета будет выделено более 40 миллионов рублей. Вопрос обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны жилыми помещениями обсудили на заседании Комитета Победы, который прошел в стенах Классического университета. Тему продолжит Анастасия Куклева. Ветераны Великой Отечественной войны, представители власти и студенты стали участниками заседания Комитета Победы. Открылось мероприятие достаточно символично. Под марш Преображенского полка в зал внесли Знамя Победы. Студенты впервые принимают участие в заседании Комитета Победы. Все они состоят в волонтерском центре, организованном на базе СГУ. Сейчас ребята проводят работу по подготовке различных мероприятий к юбилею Победы. С октября по декабрь текущего года 300 волонтеров уже провели более 30 мероприятий. Из наиболее значимых – поиск документов и материалов о земляках, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Гражданско-патриотическая работа в нашей области – это масштабная работа, проекты, акции, направленные на воспитание молодежи. Именно поэтому в нашей области, как и во многих других регионах, открылся волонтерский корпус 70-летия Победы. В рамках этого корпуса стоят очень важные, фундаментальные цели и задачи. Самое главное – это память, сохранение истории и воспитание молодежи. За активную работу по сохранению памяти о поколении победителей университет был отмечен почетной наградой. Председатель областного комитета ветеранов войны и воинской службы Георгий Фролов вручил ректору СГУ Алексею Чумаченко копию Знамени Победы. Также в рамках мероприятия был презентован 30-й том книги памяти. В зал торжественно внесли все выпущенные экземпляры, а главный редактор лично вручил юбилейный экземпляр главам Ровенского, Романовского, Ртищевского, Самойловского и Советского районов области. Подвиги их жителей увековечили на страницах книги памяти. Отдельный экземпляр тома получили представители волонтерского центра СГУ. 30-го тома выходу предшествовала долгая и кропотливая работа. За поиск информации, разбор архивов с письмами, фотографиями, встреча с родственниками погибших воинов, ознакомление с фронтовыми письмами и похоронками. Все эти материалы легли в основу 30-го тома. В преддверии 70-летнего юбилея Победы собравшиеся обсудили план праздничных мероприятий. Одним из наиболее значимых является открытие Музея трудовой славы. Также в 2015 году планируется обширная культурно-массовая программа. На базе всех домов культур, библиотек пройдут уроки памяти, уроки мужества с участием участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей военного времени. Состоятся экскурсии в залах боевой и трудовой славы краеведческих музеев. В музеях области откроются новые выставки, в том числе и совместная выставка «Музей боевой славы Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга». Затронули собравшиеся и насущные вопросы. Касаются они в основном улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. В текущем году были выделены средства, которые позволили приобрести жилье для 36 ветеранов. Еще на учете стоит на сегодняшний день 69 нуждающихся. В следующем году на эти цели из федерального бюджета планируется выделить 42 миллиона рублей. Меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями указанным гражданам предоставляются однократно по их выбору. В форме предоставления жилого помещения по договору социального найма из Государственного жилищного фонда области, в форме предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения и в форме безвозмездной передачи жилого помещения из Государственного жилищного фонда области в собственность гражданина. Итоги заседания подвел Валерий Радаев. Глава региона подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы сохранить память о героях Великой Отечественной войны. Также губернатор обратился к студентам и призвал молодежь активнее взаимодействовать с ветеранами. Когда мы намечаем мероприятие в преддверии 70-летия, чтобы наши слова не расходились с делами. А к власти хотел бы обратиться, ко всем уровням власти, чтобы мы довольно-таки честно, открыто, со всей ответственностью подошли и к исполнению обязательств, которые на себя взяли. В конце заседания всем ветеранам вручили цветы, а тех, кто за победу расплатился ценой собственной жизни, почтили минутой молчания. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.